Есения Владимировна, когда ты будешь смотреть это видео, ты уже будешь немножечко постарше. Мы с папой будем уже немножечко другие. Мы хотим, чтобы ты увидела, какие мы были счастливые, когда тебя ждали. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in. Рассказывать спокойно, эмоционально не получится. Эмоции всегда переполняют тебя в такой момент. Он очень заботливый, очень родной. Я за ним чувствую себя замужем, за мужчиной. Таких, ну, я таких больше не встречала. Алина Станиславовна человек довольно интересный, но равный, как алмаз. Как генератор идей, которые постоянно надо подпитывать. Times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep, I want you. Один день прекрасный, солнечный. Моя любимая жена, как это, презентовала мне сувенир, коробочку. Серьёзно? Да. Он начал открывать. В первой коробочке лежали болтики, гвоздики всякие. В ней было написано «Для строительства дома». Чуть-чуть надо. Казалось бы, банальные вещи. Вот здесь саморезы. Но о многом говорят. Вторая коробочка. Были семена яблоньки, дерева. И было написано «Для посадки дерева». Посадки дерева. Чего это семена? Яблочко. Точно? Точно. В последней коробочке лежал тест на беременность, лежали детские пинеточки, и было написано «Для будущего сына, ну или дочки». Третья коробочка была самая, наверное. Самая, наверное, счастливая, когда ты видишь там, вроде пластмасс, ничего такого, вроде китайцы придумали, ну, неважно, или придумали, или сделали, но это был тест, банальный тест беременности, и ты чувствуешь себя самым счастливым. Ты осознаешь, что ты будешь папой. Майк, Майк в предвкушении, знаешь. Я поздравляю вас. Скоро я пойду в декрет. Завтра я полюблю тебя снова. У нас такая игра. Все бесконечно ново. В мире, где ты и я. Падают с неба звезды, рушатся города, но не бывает
есть лишь море, и это небо. Высота в мире, где ты и я, на повторе наше лето. Красота, какая. А когда ты слышишь на первом УЗИ сердцебиение, внутри что-то переворачивает. Ты не сказав ни слова, мне написал на запястье слово «мы». Знали мы, что беременны. Удивил нас, обрадовал, сказал, что будет мальчик. Вот так у нас 7 месяцев был Давид Владимирович. А потом на последнем УЗИ оказалась девочка. Когда ты услышал, как ты думал, сердцебиение своего сына, это дочь, как-то тяжело передать эти эмоции. Я Алена, подружка Алины, дружим еще со школы, сидели с ней за одной партой, на первой парте. Ой, сегодня такой радостный день и вообще такое радостное событие, очень счастлива за них. Будем встречать нашу внучечку Есению. Ну, переживания не расскажешь, это надо видеть было, это надо было снимать, когда были переживания. Волнительно все, первый раз. Ждем, не дождемся, пока вынесут нашу жемчужинку. Вообще это было очень спонтанно. Я приехал на работу, как ни в чем не бывало. Вдруг мне звонит Вова и говорит, что нас сегодня выписывают, нужна помощь, надо помогать. Поехать купить комод, оттарабанить его на 9-й этаж. Но мы приехали, как ни в чем не бывало. Думали, сейчас на лифт поставим комод и будем тащить его. Но лифт отключили именно сегодня на 2 месяца.